И всем привет, друзья, с вами Корвид. Мы находимся в игре под названием «Машинки». И пускай вас не смущает поезд на вот этой вот картинке, да, игра на самом деле не про машинки, игра на самом деле про поезда. Это экономический симулятор, такой Train Tycoon, можно его назвать, в принципе, да. Мы такие игры любим, я такие игры люблю, хотя не особо люблю поезда. Но давайте посмотрим вместе с вами, что же нам эта игра предоставит, какие возможности. Давайте тут ничего, я думаю, менять не будем, оставим как есть. В игре представлено несколько эпох, то есть будут какие-то поезда самые-самые первые, которые были на пару, на углях, да, и более-более новые, уже электрические, не знаю, возможно, даже будут поезда на этих, как они там, магнитные подушки, да, или что-то. Посмотрим. Так, добро пожаловать в машинки. Насколько я понимаю, это типа обучение, наверное, да, окей. Ага, окей, так. Колесико мышки, контр зажать, ВСД. Четыре вида ресурсов у нас есть. Деньги, дерево, уголь и железо. Так. Ага, то есть есть вот такая вот карта. У нас есть вот такая вот карта, да, которая типа графическая, так, чисто для красоты. И есть карта вот такая вот, где мы можем, видимо, что-то более грамотно строить, да. Так, нам предлагают взять, вот это нажать. Ага, то есть мы сделали какую-то гору. Мы можем, допустим, получается, менять ландшафт. Так, сделать станцию от города Каверти до города Йорк. Вижу Лондон. Каверти. Вот Йорк вижу. А где Каверти? А вот Каверти. Ух, он такой довольно здоровый город. Ну ладненько, хорошо. Так, сюда заходим. Так, вот станция, да? Давайте сделаем ее, наверное, вот здесь. Вот так вот сделаем станцию. Эй, а можно ее сделать другой стороной? Или... А, и, короче, пофиг. Без разницы. Так, а где у нас... А вот Йорк. Окей, давайте сделаем тогда вот так, вот так вот сделаем. Вот, будет идти у нас, получается, куда-нибудь вот сюда, наверное. Или, блин, как бы так сделать, чтобы было все красиво? Я просто бы хотел ее как-нибудь закрутить так. Как-нибудь снизу, может, сделать. Как, блин, ее сюда подвести так грамотно. Давайте пустим ее, наверное, как-нибудь вот через вот эту вот штуку, где, я так понимаю, мы будем добывать дерево с вами. Допустим, как-нибудь вот так. Как-нибудь... А, подождите, вот. Как-нибудь вот здесь. Теперь отсюда, вот сюда. И вот сюда. Вот, вот так вот, короче, мы сделаем. Теперь тут тоже поставим так станцию. Что дальше? Ага, построить департамент какой-то, да? Вот этот. Здесь у нас, насколько я понимаю, будут типа строиться поезда, ну или что-то типа того, да? Так, повернуть, ага, я могу вот так вот на М, могу разворачивать. Ну давайте сделаем где-нибудь, давайте здесь где-нибудь сделаем, я даже не знаю. Ну пускай вот так, без разницы абсолютно. Хорошо, что дальше? Открыть депо. А, вот. А, мы можем купить, получается, два поезда, да? Или нам их сейчас не... А, да, надо покупать. А, есть вот такой, который мы покупаем, получается, за деньги, за реальные, да? Ну, как, не за реальные, я имею в виду, просто за деньги, да? Есть вот такой, который мы покупаем за какие-то уже, типа, крутые ресурсы. Ладненько, давайте купим один такой поезд. Что теперь? А, вагоны теперь, да? Вагоны. О. А какой мне надо покупать? А, вот этот вот маленький, да? А сколько штук?
2. А сколько надо-то? А, 3. 3, 3. Во, вот так. Да, нажмите старт, чтобы выпустить поезд, да? Давайте мы это все дело закроем. Перейдем вот сюда, чтобы это все... Ух, так, как красиво-то. Вот, вот так вот, допустим, из деревьев вот так вот будем на все это дело смотреть. Вот так вот, да? Нажмем на старт и посмотрим, как наш поезд отсюда выйдет. Ой, там красавчик маленький выезжает. Ребят, посмотрите, посмотрите, как это происходит. Обалденно. Это достойно лайков, друзья. Это достойно лайков. Наш первый с вами паровозик. Вот он маленький, поехал. Чух-чух-чух-чух-чух-чух. Кайф, 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 кайф. Что тут написано? Денвер, Вестер. Ясненько, ясненько. Дикий запад у нас, да, все дела. Отлично, вот у нас первый поезд поехал. Так, что у нас тут дальше по миссии? Ага, берем награду, отлично. И у нас с вами, я так понимаю, миссия перевести 50 пассажиров. О, то есть, ну, сейчас, насколько я понимаю, поезд пассажиров не везет. А, знаете, что мне не нравится? На скриншоте я видел, что на улице ходят люди, ездят машины. А по факту этого ничего нет. Скорее всего, из-за ранней стадии игры. Возможно, этого ничего. Этого всего просто пока еще в игру не ввели. Вот. Насколько я понимаю, это будет происходить примерно так. То есть... А что это тут такое? Что за кусок? Кусок какой-то дороги, куда ехать нельзя. Насколько я понимаю, это будет происходить примерно так. То есть поезд приехал сюда. Здесь загрузился, да? Сейчас посмотрим. Да, вон, он набрал аж 18 человек, обалдеть. 18 человек набрал и едет, короче, обратно, получается, в тот город, из которого он приехал, да? Ну, либо в другой какой-то город, который ему по пути. Все, и когда он туда приедет, он сдаст, походу, этих людей, и мне капнет какая-то денежка. Давайте посмотрим, так это или нет. Ну, я думаю, что это было бы более-менее логично. Вот, а как оно будет на самом деле, я не знаю, к сожалению. Давайте пока чекнем, что у нас тут еще есть. А, ну давайте ускорим время как раз, да? В игре можно ускорять время, это здорово. Люблю такие игры, где можно ставить игру на паузу, где можно ускорять время. Очень облегчает задачу. Так, 898 бабосиков у меня. 898. О, нормально. 916. Здорово, здорово. То есть, таким вот образом мы получаем деньги за то, что просто перевозим пассажиров. Окей, давайте тогда глянем, что у нас еще есть. Насколько я знаю, у нас здесь можно добывать еще ресурсы, такие как металл, уголь и дерево. Вот. Чекнув карту, я понял одну интересную особенность. Нам с вами нужно сделать, видимо, поезд, который будет грузовым. Далее, этот поезд пустить через лесопилку, которая у нас находится, ну, например, вот здесь, да. Там этот поезд нагрузит на себя бревна. И надо будет его отправить вот через вот такую вот штуку, где он будет выгружать бревна и забирать уже срезанные доски. Ну, потом, после этого, поезд должен ехать на уголь, на угольную станцию. А, подождите. А, ну то есть одновременно, короче, он должен, получается, быть и здесь, и здесь, и здесь. То есть он должен, ну как, то есть мы, получается, делаем грузовой поезд, да, который должен забрать уголь, должен забрать бревна. Потом после этого он должен заехать на вот, ну типа на вот этот вот завод, где из бревен сделают доски. И после этого ехать на вот, я не знаю, что это, с молочком, да, с молоточком. Видимо, какой-то типа завод, вот, где из... Где из досок и угля сделают нам
одну монетку из досок и одну монетку из угля. Короче, вот как-то так объяснил, прям капец нудно, походу сейчас мне дизлайков наставят. Ну, я думаю, что всем все прекрасно понятно. Вот, и по сути в игре больше никакой экономической части нет, то есть одна экономическая часть, это мы перевозим бревна, доски, уголь, получаем за это специальные монетки, улучшаем или там строим, короче, больше поездов. Вот. И вторая экономическая составляющая — это то, что мы можем перевозить из города в город пассажиров. Я не знаю, что здесь более выгодно, поэтому, наверное, будем делать параллельно и то. То есть одну, допустим, такую дорогу, одну такую дорогу. Вот. У нас тут еще пассажиры пока перевозятся. 42 пассажира у нас перевезли, надо 50. А вот, посмотрим, сейчас давайте немножко ускоримся, посмотрим, что будет. Вот сейчас он этих пассажиров уже довезет, и я думаю, что можно будет уже какую-то другую брать миссию, смотреть, что нам с ней делать. Все сдал, забираем денежки. А, все, у нас получается нету, да, никакой миссии. Все закончилось. Есть еще, кстати, какая-то ну это получается миссия, это не дипломатия. Это у нас не дипломатия. Так, здесь у нас инфокомпании есть, да? Черный галстук, зеленый галстук. О, фиолетовый, кайф. Так, ну мы можем типа изменить лицо, можем изменить цвет поездов, да, видимо. Какая-то аналитика наша и так далее. Хорошо, деньжат мы, в принципе, уже зарабатываем. То есть мы с вами не в минусе, у нас один поезд есть, и мы не в минусе. Давайте тогда продолжим, сделаем дорогу как-нибудь. Вот нам надо через уголь, через бревна сделать дорогу, да? В идеале, чтобы она, наверное, была вторая какая-нибудь, да? То есть у нас будет одна дорога чисто для, ну, так скажем, для людей. Да, а вторая дорога будет у нас конкретно для вот грузового транспорта, так скажем. Грузовой транспорт у нас будет. Так, давайте, куда переходить? Переходим сюда, переходим вот сюда. Здесь мы выбираем с вами, получается, вот эту штуку, где у нас поезд сделается. А, нет, давайте сразу сделаем, наверное, станции. Вот, я думаю, что стоит сделать станцию где-нибудь вот здесь. Насколько должны быть длинные станции, я, к сожалению, не знаю. Вот, но предположу, что не особо длинные. Возможно, даже если будет просто один такой какой-нибудь квадратик, это уже будет хорошо. Так, потом отсюда у нас пойдет дорога, получается, куда-нибудь вот сюда. Вот так. Вот здесь она у нас пойдет вот сюда. Так, 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 так. Станция. Станция. Все, потом дальше. Да, нам надо пустить дорогу к лесопилке. Вот так. Так, делаем станцию возле лесопилки. И последний шаг — это станция. А вот здесь. Вот так вот мы ее делаем. А, нет, подождите, не здесь. Вот здесь должна быть последняя станция. Тогда вот это мы убираем. Вот это мы убираем. А нам нужна станция вот там. То есть мы делаем, допустим, как-нибудь вот так пускаем, да, здесь пускаем дорогу. А, там же можно красиво сделать. Можно сделать такой вот мостик. Как-нибудь. Нет, так не получится. А как сделать, допустим, какой-нибудь туннель здесь? Окей, давайте тогда вот это сломаем. Вот так сделаем туннель. Нет, не получается почему-то... А, возможно, туннель делается типа... Интересно. Туннель, возможно, делается в горе. А как мне сделать тогда так, чтобы, допустим, дорога проходила
Вот, вот так. Вот так мне нужно сделать. Вот так вот разворачиваем. Наверное, слишком мало места. Надо, чтобы она была длиннее. Давайте тогда сделаем сначала... А, ну у меня тогда не будет места, чтобы сделать станцию здесь. Ну и ладно, давайте тогда просто проложим обычную дорогу без всякой роскоши и красоты. Вот так сделаем просто обычную дорогу. Вот здесь, да? Да, я думаю, поезда тут смогут проезжать спокойно. Вот так сделаем станцию. Вот так. Вот, и дальше отсюда поезда могут ехать прямо... Вот, то есть все это будет происходить у нас примерно вот таким вот образом. И все. Вот такое вот будет у нас кольцо, где будет собираться и уголь, и бревна, и доски, и все это перевозится, и все из всего этого будет делаться все интересное и вкусное. Вот так вот. Теперь делаем тогда вот такую вот станцию. Допустим, где-нибудь здесь, без разницы абсолютно. Вот, и на ней тогда строим... Поезд. Давайте построим вот этот вот поезд, он более мощный. Сюда поставим тогда один вагончик, допустим. О, еще можно письма здесь перевозить, интересно. Поставим один вагончик для бревен, для досок и для угля. Или нет, давайте сделаем, может, по два. По два всего может сделать. Ну, давайте, наверное, по два сделаем, да? И сделаем... А как их можно удалить? Наверное, никак. Да, наверное, никак. Ну или можно, но только, наверное, потом. Работы локомотивные какие-то. Так, ну еще один. Вот так, вот так и вот так. Вот. 6 вагончиков. Я не знаю, сможет ли этот поезд их перевозить. Нажимаем старт и смотрим, как он будет у нас выезжать красиво отсюда. Так, смотрим на наш грузовой поезд. Ну где же ты? Где же ты, маленький? Что-то он как-то не хочет выезжать. А, подождите, а почему он стоит? А почему-то этот поезд не хочет выезжать отсюда. Я не знаю, с чем это связано. Нарисован какой-то знак. Может быть, мне надо построить вот этот значок здесь? Вот так. Ага, вот, все. Теперь мы можем ехать. Вот он, красивый наш. Обалденно выглядит, обалденно. Шикарный поезд. Вот они, наши вагончики. Для угля, для досок, для бревен. Надо было все это, конечно, поставить, чтобы было вместе. Ну, я думаю, ничего страшного. Так, ну и вот таким вот образом он у нас будет, получается, ехать, да, будет ехать-ехать. Здесь он сейчас заберет очень много угля, скорее всего, набьется битком даже. Потом поедет здесь, набьется лесом. Поедет сюда, здесь скинет все это дело, да. Здесь начнут переделываться бревна, потом он еще сделает кружок, сюда вернется, здесь уже бревна потом заберет. Вот такие вот дела. Так, могу ли я поставить какой-то знак вот здесь, допустим, на перекрестке? Нет? Нет. Никакой знак на перекрестке я поставить не могу. Не знаю, как сделать так, чтобы, блин, эти штуки как-то работали. Без понятия, как это делается. Ну, видимо, как-то ж, наверное, делается, да? Я думаю, это было бы логично.
Так, загрузили вроде как уголь. Да, загрузили, 12 из 12. Забили его максимально возможным количеством. Вот, в принципе, вот такие вот у нас с вами дела здесь, друзья. Что я могу сказать вкратце об игре? Немножко скучновато в плане того, что кроме поездов тут по сути ничего нет. Не ходят ни люди, нигде нет машин. Ну, это как-то немножко скучновато, на мой взгляд. Какие еще я могу выделить минусы? Да, наверное, больше никаких. Единственное то, что игра на ранней стадии, да, в игре просто мало контента. Я думаю, что контент в игру еще введут. Вот, я думаю, что будет больше заводов, будет больше, что там можно будет делать, да, не только какие-нибудь там доски, уголь, да, допустим, там, я не знаю, игрушки, хлопок, одежду, там, всякое такое. Вот, я думаю, что это обязательно в игре будет. Скорее всего, добавят еще поездов, добавят, возможно, виды железных дорог, да, скорее всего, будут какие-нибудь там более быстрые, более там, какие-нибудь, ну, в общем, как-то так. В целом, мне игра понравилась. Если вы хотите, чтобы машинки на канале продолжались, то обязательно ставьте под этим видосиком лайк и пишите в комментариях, что вы вообще думаете по поводу этой игры. Ну, а для тех, кто не подписан на канал, то обязательно подписывайтесь. На канале постоянно выходит, ну, вообще всякое прикольное. А с вами был Корвит. Всем удачи, всем пока-пока.